В Югре стартовали выборы президента Российской Федерации. Впервые голосование проходит в трехдневном режиме с 15 по 17 марта. В округе открыты 734 избирательных участка. Для избирателей напечатаны 1 152 300 бюллетеней. Они защищены специальной маркой. За процессом голосования будут следить более 3200 наблюдателей от Общественной палаты и кандидатов, а также аккредитованные представители СМИ. Особое внимание в ходе подготовки уделялось безопасности. В дни проведения голосования на всех объектах предусмотрено применение ручных и стационарных металлодетекторов. Легитимность выборов обеспечит и видеонаблюдение. По всей Югре на участках установлено более 1000 видеокамер. Югорчане онлайн могут присоединиться к мониторингу обстановки на избирательных участках. Для этого в Югре создан Центр общественного наблюдения. Подготовка проходила очень динамично. У нас в этом году, в 24-м, работал проект Inform Week, то есть начиная уже с февраля, с конца февраля, наши обходчики обходили наш участок, приглашали прийти на выборы, информировали избирателей потенциальных, принимали заявления о голосовании вне помещения. На текущий момент, если говорить о количестве избирателей в нашем участке, то у нас на момент открытия 1012 человек, в том числе у нас 149 избирателей прикрепились через госуслуги или пункт приема заявления. Я думаю, что у нас будет очень высокая явка, ну, как минимум, я думаю, 90% точно придет, потому что сами можете наблюдать, уже за полчаса до открытия нашего избирательного участка у нас уже стояла очередь. Свой голос надо всегда отдавать, всегда, это тут даже без вопросов.